Ну, я думаю, что не каждый дурак есть дурак на самом деле. Вот. Ведь это определение общества или определенного окружения, которое может назвать того или иного человека дураком. Раньше были такие люди, которые были блаженными, их называли конкретно дураками. Для многих они казались абсолютными идиотами. Но, как оказалось, это самый трудный путь христианского подвижничества. Потому что человек для того, чтобы не стяжать славу, он показывает себя обществу, миру, абсолютным идиотом просто. Вот. Такими людьми была Ксения Блаженная, Василий Блаженный, их много, огромное количество. Вот. Еще ветхозаветные пророки были, которые обладали такими качествами. И вот поэтому я бы не стал ставить клеймо такое, лейбл, кому бы то ни было, что это дурак.